Экскаватор Мася. Это детская площадка. А на ней играет экскаватор Мася. Опа! Мася, ты что, играешь в боулинг кубиками? Ха-ха, ты такой смешной! Кегли обычно сбивают мячом. Ты это знал? Тогда поехали поищем мячик. Снова Мася едет играть, карусель раскручивать, картинки собирать. Мы с тобой картинки хором назовем. Спасибо, скажет Мася и махнет ковшом. Смотри, на карусели новые картинки. Мася, поверни карусель, пожалуйста. Посмотрим, что там нарисовано. Опа! Муравей, стрекоза, гусеница, божья коровка. Ой, одного мячика не хватает. Мася, нужно найти мячик, на котором нарисовано насекомое. Сможешь? Насекомое, Мася. Нам нужен мячик, на котором нарисовано насекомое. Посмотрим, где здесь насекомое. Вот, это бабочка. Спасибо, Мася. Что ты задумал? Ха-ха, теперь ты правильно играешь в боулинг. Опа! Попал точно в цель. Ура! Все кегли сбиты. Молодец, Мася. А теперь давай вместе называть картинки на карусели. Бабочка. Муравей, стрекоза, гусеница, божья коровка, бабочка. Получилось! А попробуем побыстрее. О! Бабочка, муравей, стрекоза, гусеница, божья коровка, бабочка. А давай еще быстрее, Мася. Бабочка, муравей, стрекоза, гусеница, божья коровка, бабочка. Спасибо, Мася. До новых встреч!